Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2011 года выпуска. Двигатель 2.7 турбодизель, автомат полный привод. Пробег на автомобиле 143 тысячи километров. Заменю на нем дворники лобового стекла. Но помимо того, что заменю дворники, здесь стоят линксы. Когда увидел, посмеялся. Так еще и на углах, на поводках коррозия. Сниму поводки и вот до этого соединения покрашу их, зачищу и покрашу в черный матовый цвет. Вишня сухая, с дерева падает. Вот видно и с одной, и с другой стороны. В принципе, оба удобно открутить с открытым капотом. Поддеваю и снимаю заглушки. Здесь есть место. Головка на 13. Для этого дела есть съемник, можно взять потихонечку на излом. Здесь на излом особо не хочет идти, поэтому если сразу не пошло, лучше взять съемник. Вот такой вот съемничек, им можно снимать как дворники, также можно снимать клеммы аккумулятора. Без усилия, без всего спокойненько слазит. И также второй. Зазвонил телефон. Все. Второй поводок снял. Беру щетку по металлу.
И на болгарке все это счищаю. Хотя не стал я дрель одел, болгарку не стал брать. Щеткой сейчас зачищу все это. Ну и таким образом счищаю. И смогу и снаружи, и внутри это все зачистить. Потом здесь заклею скотчем, но это уже покажу. Зачистил полностью до головы, до конца не стал сдирать. Почистил всю коррозию, где была на концах, сбил. Беру обезжириватель, смачиваю тряпку и обтираю. Малярный скотч. Вот эти края. Так вот сделаем. Грунтовка, праймер серая. Так, ну, уберу. Загрунтовал. Ну и черная матовая 7021. Одну убираю, а вторую крашу. Все, поводки покрасил, высохли, время выждал, снимаю скотч, здесь где остался, сейчас смою, какой-то липкий сильный скотч, и устанавливаю на место. Смочу тряпку силиконовой смазкой, обычный кусочек. И резьбу здесь мазать не буду, а просто ее протру. Одеваю поводок. С длинным хвостиком у нас идет сюда. Thank you.
коротеньким идет сюда, на пассажирскую сторону. На лобовом стекле от пыли со старого дворника остались следы. Беру новые дворники, закрываю капот, но перед этим поставлю заглушки. Новые дворники SWF, но это те же самые Valio. А номер для заказа идет, сейчас скажу, номер для заказа идет 119293. В комплекте две щетки по размеру, они одинаковые. Бескаркасные. В оригинале лежат тоже Valio. Зажим R. Открываю. Открываю вот этот фиксатор и одеваю. И также вторая сторона. Открываю фиксатор и одеваю дворник. Фиксатор закрываю. Все. Дворники установил. На этом все. Всего вам доброго.